поздравляю всех участников, сочувствующих гимну клуба. Я Зёбра. Я, может быть, не очень популярен и активен на форуме, но я на этом форуме нахожусь с самого первого дня его существования. Возник он из-за того, что один человек долбоёб, но это сейчас не важно. Абсолютно. Потому что на данный момент этот форум к тому, от чего он начинался, не имеет никакого отношения. И это, я считаю, бездарно, потому что мы смогли не только отделиться от... По факту форум ОПЦ-клуба форсажный был форумом, заменяющим БМВ-клуб Калинчебродов. Так и было. А сейчас Киевка-клуб не только для нищебродов, но и для тех, кто чуть побогаче, хотя я нищеброд. Вот, но это опять же ничего не меняет по той простой причине, что... Ну что по той простой причине? Да по той простой причине, что там могут общаться все, кто подряд. То я с миничками гоняюсь, то Максел с ними мать лутит, то кто-то хочет вообще не знаю что. И всем по кайфу, всем прикольно, всем хорошо. Много интересных тачек реально на форуме. То есть, реально, тот же Майкер, это очень крутой проект. Там, я не знаю, что-то стоит, что-то стоит. Да дохуя людей, которые что-то интересное строят, за все интересно смотреть. Вот. И я очень рад, что за всего 4 года форум разросся реально на большие... Ну как это сказать? Форум реально разросся. То есть нас было 10 человек, мы там блудили, я не знаю, но... Ну, может быть, по 200-300 сообщений в день первые полтора-два месяца. Я там сразу с Ромой об озеро, потому что он долбоёб, извиняюсь, Рома. Вот. Ну, в общем, чего? Если дальше такими темпами будет все продвигаться, будет заебись. С днем рождения, говнючки! Да, давайте, давайте, парни. А где мое? А где твое? А твое, что захочешь, все твое. Давай, старина. Стёпкин!